энергия создает мир, который стал для нас комфортным и привычным. А мы умеем создавать энергию. Столько, сколько необходимо. Силовые машины. Подводим итоги года. Агрегаты силовых машин введены в эксплуатацию на 19 энергообъектах в России и за рубежом. Мы успешно завершили масштабные проекты, увеличили мощность, эффективность и надежность станций. Одним из крупнейших пусковых объектов стал второй блок белорусской АЭС. На Пермской ГРЭС введен в эксплуатацию турбоагрегат с паровой турбиной нового поколения и новым генератором. Новая турбина силовых машин – это настоящий прорыв в паротурбостроении. Мы поздравляем коллег, которые работали над этим проектом. Наши заводы обеспечены растущей загрузкой. В 2023 году производство справилось со многими задачами, изготовив оборудование общей мощностью более 6 гигаватт. Предприятия компании участвуют в десятках проектов, в том числе по государственной программе модернизации тепловой энергетики Российской Федерации. География поставок оборудования впечатляющая. Силовые машины показали себя надежным и ответственным поставщиком. Мы продолжаем работать над стратегическим проектом возрождения производства отечественных энергетических газовых турбин. Открыли первое в России высокотехнологичное производство литых лопаток горячего тракта газовых турбин ГТС-65 и ГТС-170. Произвели и завершаем сборку первой серийной отечественной газовой машины ГТС-170. Мы продолжаем модернизацию и ремонт собственного станочного парка заводов. Наращиваем производственные мощности силовых машин. Силовые машины укрепляют сотрудничество с ведущими компаниями энергетической отрасли, производственными предприятиями и органами власти. 2023 год в компании стал годом ученика. Сотни новых сотрудников приняты учениками и работают под руководством опытных наставников. Наши специалисты участвуют в производственных конкурсах, конференциях и турнирах. В компании есть все возможности для развития и карьерного роста. Силовые машины развивают научный потенциал и собственную инженерную школу. Мы делаем вклад в будущее, активно работаем со студентами и школьниками, проводим экскурсии и запускаем образовательные проекты, заряжаем будущих профессионалов интересом к работе в энергомашиностроении. Главная ценность силовых машин – это люди. В 2023 году наша компания вошла в топ независимого рейтинга лучших работодателей России –